Ма, смотри, просто чекуля жрет. Офигеть. Какой-то мусор, пицца, кола. Офигенно, это взяла. О, вообще. Федор, и тут Рокси. Короче, дорогие друзья, у нас сегодня будут лайфхаки аниматроников и Хаги-Ваги. Серия про лайфхаки с Хаги-Ваги вас вообще как понравилась. Ма, что ты ржешь? Я? В смысле? А, это она так нюхает, мне показалось, ты хихикаешь. А, наехал на Ма. В общем, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк, будут такие крутые лайфхаки. Нормально. Подписывайтесь на канал. Капец, Ма! А что это было? Ты намагался? Да, а ты? Да, слишком громко. Вот помнишь, я так сказала, что типа у меня громкий звук был. Я надо же сломал. Короче, ребят, вот кто не успел лайк поставить, вот вы не поставили, тут скримеры вы. Ставьте прямо сейчас быстрее, чтобы что-то новенького не было. Они вообще вот такие буйные, сейчас будем тестировать. Жесть, рандом просто, капец. Ставьте быстро лайк, подписывайтесь на канал. Да, прожимайте колокольчик, ребят, чтобы не было больше такого. И вопросик дня. Ваш любимый аниматроник. Я к Чики больше Ма не подойду. Ну нафиг. Я тоже не подойду. А я ж в креативе был. Чё напало-то? Вот именно. Ма, подойди к ней в креативе. Не подойду я к ней. Ма, ну подойди. Мне уже хватило. Нет, я увидела все. Ну-ка, если я в креативе еще подойду, ребят. Так. Ребят, если что, сейчас предупреждаю, будет, скорее всего, скример. Так, мне больше звуки пугают. Так, сейчас Ма, я подойду. Сейчас, ну... Друзья, сейчас не пугайтесь, смотрите внимательно. Так, ну-ка. Офигеть! Нет, чё, у него прям лицо на весь экран? Ма, ну иди посмотри. Ну я боюсь, ну ладно, давай попробуем. Офигеть! Она прям тебя подхватывает. Жесть, ребят, ну это конечно... А у Рокси, так, давайте лайфхаки начинаются с того, какие у них скримеры. Давайте посмотрим так. Роксичка, Рокси моя маленькая. I bet I'm your favorite. По-моему, Рокси тебя не будет трогать. Ой, все, отстань, не хочу. Я больше не пойду, нет, все, я не хочу даже. Ма, вот эти нервишки, конечно, шалят вообще, Ма. Так, ну что ж, у нас, короче, смотрите, сейчас будут испытания с высоты. Помните, мы кидали хаги, потом мы, кстати, поставим хаги-ваги, посмотрим, кто кого победит. В общем, ребят, тут будет очень интересно. Ну давай, погнали. А давай сейчас поставим, пусть посражается, так, ну-ка. Они будут друг против друга. Ого! Он овечку схавал. А подожди. Они против друга друг друга не сражаются, по-моему. Ну-ка, смотри, ну да. Эй, он увидел меня, что ли? Ма, да, все, он мало идет. Мало сейчас тебя, да мало не к тебе. Слушай, но они не атакуют, он к овечке идет. Он, видимо, ест овечек и животных. Но они друг друга не... Они очень крипо. Так, а если я прям поставить сюда, прям впритык? Ну-ка, сейчас проверим. Сейчас, ну-ка. Опа. Так. Нет! Офигеть. Прикол. А как? Он тебя схватит в креативе? Не. Страшно. Вот это, конечно. Видите, как он рот открывает? Это вообще... Жестик. Ма, ну вообще крип... Ну, слушай, давай сейчас проверим. Помните, с высоты... Давай сейчас напомним, кто не помнит. С высоты скинем хаги-ваги и посмотрим, что будет. А потом аниматроников. Да, мне кажется... Ну, хаги, по-моему, у нас тогда не отвалился. Он просто упал. Он, да, он очень живучий. Но сейчас глянем, что будет вообще с аниматрониками. То есть, это у нас лайфхаки из ТикТока. И мы проверяем разные комментарии. Кстати, можете в комментариях написать, что еще проверить. Да, именно, ребят, с аниматрониками. Напишите, может быть там, не знаю, в воде их искупать, в лаве, кстати. По-моему, в лаве мы пробовали или нет, я не помню. Да, пробовали. Сейчас все мы попробуем в этой серии, реально прям. Так, смотрите, я все строю. Ого, так высоко, я уже вижу просто, смотри, офигеть, я вижу просто все эти. О, все, 320 блоков. Итак, карьер такой красивый, смотри. Межгор, смотри. Да, очень красиво. Так, ну чё, Хагис, полетел? Ой, так, ну-ка, а чё? Ой, Сёма летит! Падает. И вот этого сейчас толкну. У-ху! Смотри, вот такой. Спускаемся вниз. И он встал. И это, он даже не упал. Он встал. Он приземлился на лапы. Офигеть. Так, ну что ж, теперь будем Ого, они там пошли жрать. Теперь скидываем Чику. Сейчас посмотрим, что будет с Чикулечкой. Она тебя сначала укусит, а потом упадет.
А, кстати, да, я как столкнуть-то? Мне как вариант, мне кажется, она развалится все-таки наполовину, что-нибудь повредится. Ну, давай мы сейчас проверим, короче, сейчас проверим. Так, идем мы сюда, ты будешь потом их ставить. Тёпасима ко мне. Я поднимаюсь, я рядом. А, да? Ну все, ты их будешь тут ставить. Короче, Манаш, я сейчас кину. Так. Я буду их ставить, мне страшно. Вот, Фредди, Рокси и Ванни. Ма, бери их. И Чикулечку. Ванни? Так, сейчас я одного поставлю, мы сейчас проверим, как ее скидывать. Ну-ка, Ма, отойди. Так, ну-ка. Сейчас она, может, пойдет, сама пойдет, ну-ка. А может быть, луком попробовать? А, да, давай, Ма, луком. Вот сейчас, может, пойдет. Ладно, беру лук, так. Не, она вряд ли пойдет. Она говорит, Грегори, потерялся? Да. Ого. Нет, она не двигается. Так, как бы... Её как-то надо сталкивать, видимо. А, я придумал сейчас. Иди туда. Иди сюда. А, смотри, какая хитрая. Её даже так не спихнуть, прикинь. Офигеть. Короче, аниматроник... А, подожди, а если брать блоки под... Ма, ну так не получится. Сейчас я удочкой попробую прикинуть. О, притянул Ма удочкой. Смотри. А что их две стало? Не знаю. Оп. Опа, Ма, скинул. О, полетела. Ну-ка, давай-ка вниз смотрим. Че, Ма, иди сюда, вернись обратно. Сейчас будешь удочкой скидывать. Погоди. А я буду внизу. Ма, ну ёпар, СТ. Я уже увидела, что с ней случилось. Давай, иди сюда, не спойлери. Сейчас, короче, будешь удочкой их скидывать. Ма, поняла сейчас как? Сейчас тёплюсь, погоди. А, сейчас. Ой. Ма, сейчас. Давай тёплюсь. Ма, давай быстрее, ну. Перенести. Да, Ма, кого куда? Ма, на, подбираю удочку, короче. Блин, она меня сейчас схватит, мама. Все, давай, скидывай ее, давай. Оп, и давай, правой, да, оп, тяни. О, все, полетело. И потом полетело, давай, сейчас, смотри. Так. О, она превращается в эту поломанную. Ма, давай следующий скидывай. Да. Так, давай, теперь я ставлю Ванне. Давай, сейчас проверим, кстати, что будет с Ванне. Ма, что там случилось? Я падает, понял. По-моему. О, Ма, ей хана. Походу дело вас кривернуло на тебя. Да. О, Ма, минус сердечко, о, брат. О, май гад, ребята, это так было страшно. Ма, следующего давай, следующего, Ма. Так я поднимаюсь, я вместе с ней упала, она меня схватила. А-а-а, Ма, ну ёшкин матрёшкин. Так. Опять что-нибудь скримернет, елки. Как будешь скидывать, скажи, я пока здесь, короче, с этими потусуюсь. Все, Роксана полетела. Давай, давай, ну-ка смотрим, Диана, смотрим на ребят, смотрим. Ма, нет нигде. Летит, а, улетит. О, она превращается в эту. Она сразу такая, где мы? Да, да, давай Федора. Блин, они тут уже все место заняли. Я не смогу поставить. Можешь чопнуться ко мне? Ма, так новую просто площадку сделай из блоков, да и все, в бок. Я боюсь к ним подходить, они страшные. Ма, ну что такая беспомощная? Так, я иду, ну, короче, ну, к тебе. Пожалуйста. Все, передашусь, короче. Так, ну-ка. Иди. Эта крольчиха вообще бешеная просто. Вот и все, она Ма. Она не в состоянии просто схватить. Ма, вот и все. Давай, я Федора ставлю. Давай, вставь, я вниз пошел, Ма, давай. Скидывай, Ма. Летит? Все. Летит? Да, полетел. Смотрим, ребят. Вот он летит. Федор и все, минус Федор. Федор минус? Ма, Федор минус, короче. Офигеть. А если у нас есть сломанная Чика, если сломанную Чику поднять как-то и... Так. Скинуть еще раз. Ма, ну сейчас. Подожди, к тебе телепортнусь, Ма, а там разберемся. Так, перенести. А куда к Ма, короче. Так, оп, ну-ка. Сломанную мочику. Ну, ее будет сложно. Короче, ее только здесь, если сломать. Ма, ну-ка выкинь весь этот сброд отсюда. Ну-ка, пошла отсюда. Ого. Их сложно скинуть. О, сейчас она давай ее сама. Давай, я сейчас удочкой их покидаю. Давай, Ма. Так. Пока. Прикольный, да, способ? Оп. Пока. Фредди, так. Прости, но... А такая, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ма, это вообще угар. Так, все ставим, короче, чикаличку. Тихо. Сейчас мне надо тебя маленечко поломать. Дорогу. До той степени, чтобы у нее вот рука была прострелена. Она, короче, ломается, ты ее маленечко чернеет. О. Во, все сломалось, отлично. Так, теперь вниз лети. Я ее сейчас скину тебе. Сейчас, подожди, еще Рокси. Ты же опять да, не справишься. Так, сейчас, короче, ломаю. Ой, две их. Ого. Хорош. Чего они множатся? Хорош. Ма, хороших девчонок должно быть много.
Все, все, отлично. Ма, давай, скидывай. Полетела, да? Ты уже внизу? Да, 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 давай, 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 давай. О, вон она, скидывает. О, летит, 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 летит. Чика. Чика. Все, минуснулась, короче. Так, отлично, но Рокси, наверное, тоже минуснется. Ну да, да, да. Я тоже скидываю. Короче, хайки капец сильный, ма, давай. О, летит, 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 бам просто, да. Так. Все, Теперь, короче, следующее. Получается, Хаги-Ваги и Киси-Миси, они сильнее. Ну, получается, ма, да. Потому что они очень мягкие, они не могут развалиться. Ма, иди сюда. Нет, что там? О, прикол, ма, нашел, короче. Быстрее, иди сюда, ма. Что? Ну, тёпайся, короче. Я рядом с тобой летаю. Видите, я не подойду, я помню, что... Короче, ма, можно теперь мод сделали в костюм Хаги-Ваги и атаковать, короче, аниматроников. Ма, давай, залази, короче, Хаги-Ваги и атакуй аниматроников. Залезь сначала ты в него. Ма, поняла, что я хочу ее развести. Я знаю этот прикол. Если нажать на него кнопкой, он просто на тебя начнет агриться. Ма. Блин, как... Потому что так попалось один раз. Чисто по случайности. Я такой-то словила просто. Пердечный сриз, то прям. Ма потом просто в туалете час сидела, ребят. Даже два, короче. Не люблю скримеры, вы знаете. Я боюсь их очень, крипоты. Как бы их натравить друг на дружку? Почему они не нападают вообще, ма? Я хочу, чтобы они нападали. Я хочу посмотреть, кто из них будет... Да хватит жрать! Да нет, они не справятся друг с другом. Мне кажется, они заодно. Они одна компания фриков. Ма, это крутые чуваки. Ма, ты что их оскорбляешь? Не оскорбляй их, пожалуйста. Так, ну-ка, я сейчас, короче, эксперимент проведу. А если я залезу во Фредди? Попробуешь? Да, да, попробуй Хаги-Ваги. И я попробую... Ма, я сейчас попробую отключиться. Аниматроник, по идее, меня не увидит. А увидит ли Хаги? Ну-ка. Эй, да блин, ну что? Ма! Ну я всем отключил. Ого, ого, ма! Ма, текай! Ма, они прям за тобой! Хагисы бегут! Ма, беги, 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 беги! Страшно, я боюсь! Ма, бегут, бегут, бегут! Сделай что-нибудь, но веди меня в креативу! Ма, сейчас ведем! Ой, ма, бежит, бежит прям за тобой, ма! Ма, просто буду, короче! Пошла, я буду! Ой, они прям тут жрут! А я хожу, они меня во Фредди, ма, не видят, прикинь! Капец, а где они? Ма, около меня. Они тебя не видят во Фредбери? Ма, вообще не видят, короче. Жесть, а ты можешь во Фредбери их поколотить? Не знаю, сейчас проверим. Ма, идем, сейчас проверим эксперимент. Ма, ты идешь, да? Ползу, ползу. Идет такая мапа. Ма, у тебя креатив есть, если что. Такая идет чисто. Да, я во Фредбера залезу. Господи, мне так страшно в этом мире. Все, ма, давай, залази, короче. Все, давай сейчас походишь и проверим эксперимент. Ма, идем. У меня зарядки нет, поставь зарядочное устройство. Ма, сейчас поставлю, сейчас подожди. Так. А то я сейчас разряжусь. Сейчас поставим. Так, выбираем зарядное устройство. Так, где она здесь? Его найти-то сложновато. А, вот она, так, нашел. Сейчас, короче, так. Так. Вот это сейчас. Я ждал этого момента. Фредди разрешил. Ты специально это сделал, блин. Ну да. Ма, получается. Ма, нет, я поставил. Ага, спасибо, блин. Ма. Все, камера... Ой. Моты. Да блин, они достали, сделай креатив. Они достали, я сейчас выйду из игры. Ма, все, ма, мочу угрожаешь. Осуждаем, короче. Ну потому что мне страшно, они за мной. Потому что мне страшно. Все, ма, телепортируй сюда. Теперь, короче, все, Фредди заряжен. Залазь с него, сейчас проверим, можно ли их бить, ма, давай. Так, вы смотрите, ма залазит. Так. Все, ма, я сделал выживалку. Иди, короче. Он заряжен? Мне надо зарядиться, у него всего 2 из 5. Давай, оп. О, заряжается, смотрите, заряжается. Ой, ма, там хрипота была. Так, все. Идем, ма. Давай, попробуй их стукнуть. Так, проверим. Смотрите, Фредди идет. Так. Смотрите, ма молчит. Кого мне стукнуть? Хаги-Ваги? Давай, любого. Можешь Чика, можешь Хагиса. Сейчас проверим. Ма, не выходи! Зачем ты вышла? Блин! А это я нажала на пробел.
Мать, надо за Фредди. Блин, Хаггиса. Давайте я ставлю Фредди. Ма, залази, сзади я Фредди, сзади. А, все, давай, ма, обфинтуй. Ма! Блин! О, Чику съел! Кто? Хагги, он взял тебя и Чику и съел обоих. Я видел. Ну вот, значит, они все-таки могут жрать друг друга, да? Давай, друг ма. Друга. Ма, залази, больше не доживай. Ты, наверное, на шифт случайно нажал. Ну-ка, сейчас, подожди, я проверю. Ну-ка. На пробел нельзя вылезти. На пробел сейчас. А, да, реально вылазит. Короче, ма, вообще не надо. Давай, ма, залази. Короче, ма узнала еще один финт. Так, все, выживалки, не? Давай, ма, заряжайся. Вообще, можно только вперед идти, ребят. Ма, ну а что ты хотел? Это Фредди. Давай, ма, попробуй его ударить, посмотри, что будет. Чисто, ма, короче, такой этот подопытный кролик. Иди удари, короче. Да я уже тут настрадалась. Ма... Давай, Хаггис. Ма, зачем ты вышла опять? Да блин, да я вообще ничего не нажимала, прикинь, он просто... Ма, он споткнулся, я включаю тебе режим креатива, ма, я тебя спас. Ты видела, он реально споткнулся. Просто я почему-то вылетаю, когда я начинаю подниматься на возвышенность. Давай, ма, по ровной поверхности, Сёма, заходи сюда, по ровной пойдешь. Ма, вообще, просто мага ремыка. Так, все, я включаю. Давай, ой. Так. Сёма, иди, давай. Вон, Роксик, Роксик. Сзади, сзади. Иди, можешь? Где Роксик? Вон, ма, ну вот, вот, вот она ходит. Так вот там возвышенность, видишь? А ты, вот сейчас, а ты сейчас вот здесь, зайди сюда. Сейчас проверим, ну-ка. Видишь, нормально, ма, все. Давай, подходи к ней, не ссы. Я жму только на В, чисто. Все, так, ну-ка v. Сейчас. Ну-ка. Смотри, ма, подходит. О, можно? Офигеть, ма, сейчас тебе меч она дам. Она что-то мне говорит, она злится на меня. Ма, ну конечно злится, ты ее бьешь. Разумеется. Так, сейчас, ма, она... меч. О, смотри, меч скинул. Меч тебе скинул, ма, меч скинул. Бери меч. О, ма, так, нашли способ. О. Да, действительно, мы можем колотить других аниматроников, только если мы сами аниматроники. Ма, теперь Хагги, сейчас поставлю, ма, Хагги. Давай, заряжайся, и потом иди, у тебя 3 из 5, да, давай, оп, все. Ма, видишь, иногда, видимо, вылетает из Федора. И сейчас с Хаггисом, ну-ка, ма, давай, Хаггис, вот, ну-ка. Он просто меня лапой бьет. А его вообще можно победить, этого Хаггиса-то? Не знаю, ма. А он наносит урон вообще? Ма, он тебе чисто подсчетчины додавал. Ма! Он меня... того. Ма! Прикинь. Офигеть. Вот это еще один лайфхак нашли. Какой так, сейчас... лайфхак? Он меня того кокнул. Ну да, что он может через костюм кокать. Мас, офигеть, всё, ты... нормально, приплыли. Хагги-ваги очень сильный персонаж. Он максимально, он прям, смотри, кстати, вы видели, корова только появилась, она еще не появилась, он уже шел, он видел, где она появится. То есть, Хаггис реально чекает и знает, Хаггис где... Хаггис читер, ребят, все поняли, он офигеть, читерюга. Офигеть, вот это вот... Не-не, читерюга. Так, а если, интересно, вот так... Ой! Кстати, я видела... Тебя сожрали, да? Ну, да? Да я хочу в него стрельнуть. В магазине и... недалеко от моего дома продается игрушка Хагги-Ваги. Дома, они сейчас везде продаются, на каждом шагу. Капец, это такие сейчас... популярные. Это самая популярная игрушка Кисси-Мисси, это самая популярная. Хагги-Ваги на втором месте, ма, прикинь, просто вдумайся. Пипец. Надо для коллекции, наверное, купить. Ма, конечно. Хотя они такие уроды, честно говоря. Ма, осуждаем, конечно, максимально. Ну-ка, я хочу поставить скример Вани. Давайте, друзья, заценим скример Вани, ну-ка. Ого! Ну все, хорош! Ма, я не могу, все. Капец, она бешеная. Так, а я... Короче, ребята, мы вообще обалдели, по-моему, от всех этих... Жутиков, мутиков, на самом деле я обалдела. Ма сейчас, короче, пойдет чисто все. Принимать, короче, этот, как он? Да. Корвалол, короче, успокоительный. Сергин, балакарбин. Как Людочка, короче. Да, как Людочка. Чисто все. Ма, игры, Людочка, это чисто Ма из будущего. Ма, ты же правильно сказал?
Ну, да, наверное. Слушайте, мама так напугалась. Не принимать этот волосердин, ребят. Прикиньте, мама так сильно испугалась, обычно всегда мама. Да нет, да, и сейчас такая, ну, ну да, наверное. То есть, видели, то есть, насколько мама испугалась в этой серии. Я уже посидела, ребят, я просто посидела, понимаете? Все, за такое, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, как раз, ну, что там по времени? Все, пора закругляться. Очень, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да, ребятушки, всем боги-боги и всем хорошего, удачного дня или всем, ночи. Всем, да, да, что вы там смотрите. Всем удачи, всем пока. Тут хаги-ваги всех жрут. Все, всем пока.